Всем аннион, это Хейон. Сегодня я вам покажу мой новый дом, в который я недавно переехала. Пошли. У меня недавно появился муж, и я сейчас с мужем живу. Вот. У нас тут очень большой шатор. Просто это открывается сразу коридор, поэтому можно с соседами вот так поздороваться постоянно. На самом деле это как будто большое окно, но мы используем как выходная дверь. Вот сразу у нас тут шкафчик, который я храню всякие мелкие вещи, поэтому немножко беспорядочно. Тут кухонные, аптека, все и так далее, поэтому сразу закрою. И тут у нас начинается маленькая минималистичная кухня. Смотрите, очень красиво, мне кажется. Вот у нас плита вот такой двойной. Тут что есть? Щи, которые я варила сегодня утром. Очень вкусно получилось. Это щи из квашеной капусты, кстати. И тут у нас маленькая полка, которая чуть-чуть немножко бесполезная, потому что что-то неудобно что-то достать, но у нас тут есть тарелки хранится. Это тарелки, которые у нас есть дома, больше нет. Но на самом деле это достаточно на двоих, потому что мы тут здесь месяц живем, но достаточно, короче. Не нужно такое много посуды. У нас тут есть еще кофейные вещи. Мы экономим много денег за то, что мы готовим кофе дома. Тут немножко маленькая раковина. Очень маленькая, немножко позорная. Что можно тут делать? Но на самом деле я здесь месяц посуду мою. Но это достаточно. Идеально. Насколько идеально? Вот такая большая кастрюля. Вот по месяцу идеально. Ух. Ой, наши щи обратно. Благодаря, что у нас такая маленькая раковня, у меня очень много места, где можно готовить. Очень много. Можно нарезать много, поставить много вещей здесь. Вообще круто. Мне это нравится, но еще недостаток, что у нас очень маленькая холодильник. Немножко пожорный холодильник. Честно говоря, очень мало чего по месяцу. Ну, есть плюс, всегда куплю свежие и ингредиенты и быстро готовлю. Вот. Я думаю, что это вообще кнопка очень интересная и хорошо придуманная штучка. Если вы не используете, например, washing machine, стиральная машина, можно используйте, включите и когда нет, выключите. Очень удобно переключить. Еще тут все розетки вот так включаются. Очень безопасно, мне кажется. И удобно. Можно, думаю, что можно экономить деньги тоже на электричество. Вот тут у нас ящики хранятся всякие. Бирки, белки, ложки. Нужные вещи для жизни. Чаще всего открывают здесь. У нас тут маленький стол и стульки. Вдвоем хватит. Я тут обычно хомячу и что-то смотрю, работаю. Сначала хотела купить большой стул, но зачем? Но вдвоем это хватит. Вот, тут у нас интересная эта двери. Спускайтесь. На самом деле, это двери наши настоящие выходные двери, но мы не используем, потому что это общая дверь внизу. Поэтому мы используем это место как склад. Вот это общая дверь, а тут другая девушка живет, поэтому мы используем это место как склад, потому что жалко, что не использовать, поэтому чемоданы, всякие коробки, вот такие нужные вещи тут храним, чтобы не видно было. Обязательно надо закрыть, чтобы соседка не пришла. Тут у нас, как называется, спальная. Маленькая спальня, но уютная, красивая. О, мы всегда открываем окно, потому что тут ветер очень хороший. О, но жарко. Сегодня 30 градусов.
почему я выбирала эту квартиру? Потому что очень зеленый вид у нас. Мы в высоком этаже находимся, поэтому всегда ветер приятный дует. Но попала и вид на стройку. Это избегать от стройки, это вообще невозможно. У нас получается не так большое студио, поэтому мы хотели использовать место максимально эффективно, удобно, по-разному, поэтому купили вот такой диван, который превращается в кроватью. Просто чуть-чуть поднимите, вот так. Спать. Очень удобный. Я вообще эту кровать рекомендую. Это мы в Икее купили, вот это. Название товар. Рекомендую. Но я на самом деле закрываю окно в день, по-моему, 10 раз, потому что тут погода очень сильно часто меняется. Дождь, и потом солнечно, пасмурно дождь. Вот такой круг постоянно. Поэтому закрываю. Стараюсь меньше кондиционера использовать, потому что боюсь, это много. Это коммунальная услуги получится. А бранда тоже очень легко. Вот так. Та-дам! Теперь секретное место. Наш туалет. У нас очень уютный маленький туалет. О, жарко. Вот. Тут душ. И тут лицо мыть, но из-за этого вообще неудобно. Какое-то дурацкое штучка, потому что вот такая. Неудобно вообще. Можно удалить на самом деле. А еще вам рекомендую икеавские вещи, вот это. Вообще крутая штучка. Очень хорошо приклеится. Тут есть маленькие полки, чтобы хранить мелкие вещи. Тут у нас маленький шкафчик, где можно хранить одежду, всякие вещи. Но у меня мало вещей, поэтому пока вот так. Не хочу много вещами жить. Вот это door stopper называется. Это обязательная штука в Сингапуре, потому что ветер тут очень сильный. Поэтому двери можно вот так внезапно закроется и сломаться. Вот. Как это работает? Вот так. И потом внезапно вот. Больше не могу. Мы не использовали эти штучки, сломали двери. $300 платили, чтобы починить двери. Вообще, больно было, $300. После того, как мы сломали все, мы сразу купили вот такие милые штучки, чтобы защищать двери. Это сингапурская фигня. Вот теперь вам покажу офис. Это не моя, это не мой офис, это для мужа. Поднимите чуть-чуть. Такой офис маленький, уютный. Как вы думаете? Вот, удобно, наверное. Тут есть кондиционер, но ветер вообще не поднимается. Потому что тут у нас высота очень большой, как 5 метров, по-моему. Ветер не идет, поэтому вентилятор обязательно нужен. Отсюда смотрится немножко страшно, поэтому я не люблю тут находиться. Потому что попа щекотится. У нас очень красивая лампа, мне это очень нравится. Цвет тоже меняется. Я почти здесь один раз упала, опасно. Обязательно надо терезать вот так. Как вы видите, дом очень много железные штучки вот такие. Поэтому я в Икее купила вот такую штучку, которая прикрепляется вот так. О, шикарно. Очень удобно, здесь можно маску повесить. Листочки, вот так, удобно. Даже тут прикрепляется. Везде можно. Я сейчас вам покажу еще дополнительное место, где можно жители использовать. Вот, можно зарядку делать. Когда я первый раз сюда пришла, я не знала, как эту машину включить, поэтому долго смотрела. Выяснила, как это включить. Очень удобно. Любое время просто приходить с коротким нельзя не заниматься. А снимать дом тут очень дорого, поэтому надо такое часто использовать. На самом деле это не все. Еще есть место. Еще тут сауна. Вот. Бассейн.
О, хороший бассейн, но сегодня дождь идет, поэтому не буду использовать. During thunderstorm. Сегодня что-то молния есть, поэтому... Ну, вообще удобное место. Вот это мой маленький, уютный, уникальный дом. Я надеюсь, что вам интересно было. Тогда, аннямао!